Книга «Открытым оком», том 1, тема «Внутренний мир человека». Вопрос 232. Почему жители деревень, люди в большинстве своем малообразованные, зачастую оказываются более дружелюбными и сострадательными друг к другу, чем горожане? Люди цивилизованные и культурные, в кавычках. Виновата ли в этом цивилизация сама по себе? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Об этом много говорит Иоанн Златоуст. В деревне у каждого свой участок, больше работы, меньше общения, меньше свободного времени. Если это касается верующих людей, то разница между городскими и деревенскими жителями почти незаметна. Но для неверующих безделье смертельно, особенно для их детей. Духовной работы нет, остается греховная. Цивилизация сегодня направлена на утонченность развлечений, греха, блуда и более ничего. Что вы имеете в виду под цивилизацией? Все изобретения для гражданского населения, но предметы бытового обихода не делают человека ни жестоким, ни добрым. Все дело в вере. Там, где живут со Христом, образование может не играть никакой роли. 1 Коринфянам, 1 глава, 26 по 28 стихи. Цитата. «Посмотрите, братья, кто вы, призванные, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Сегодня в деревне точно так же, как и в городе, пьянствуют, развратничают, воруют и убивают. Римлянам 1 глава, 28 по 32 стихи. Цитаты. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму, делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретатели на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Читаешь выступления делегатов, депутатов, конгресса и даже выступления патриарха, архиереев, священников, и видишь, какая пустота, а прикрывается пустым словом «духовность» в кавычках, «одухотворенность» в кавычках, «возрождение» в кавычках и прочее и разное. Воистину видят беду, осознают гибель, и как животные, на мясокомбинат привезенные, даже и слезы иногда текут, а не шагу в нужном направлении. Христос сказал, и это навсегда, и в этом суть. Иоанна, 15 глава, 5 стих, цитата. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Притчи 27.12. Цитата. «Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Какие-то слова подыскивают грамотные, а в Библию и не смотрят. Там ответ на все вопросы. У людей нет никакого доверия к Богу, и думают сами себя за волосы или за шнурки ботинок вытащить из трясины. Нужно же, чтобы кто-то сильнейший взял тебя и выволок на берег». Псалом, 137 глава, 7 стих, цитата. «Если я пойду посреди напасти, ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя». Псалом, 143, 7 стих. «Простри с высоты руку твою, избавь меня и спаси меня от вот многих, от руки сынов иноплеменных». Но когда человек грешит, безумствует против Создателя, то Бог не слышит человека и делается врагом против нас, и наши молитвы не будут услышаны, и никакие свечки по храмам не помогут, и храмы наши будут завалены трупами нашими. Иеремия, 15 глава, 6 стих, цитата. «Ты оставил меня, — говорит Господь, — отступил назад, поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать». Исаия, 1 глава, 15 стих, цитата. «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу,
ваши руки полны крови. В деревнях запились и без бутылки основной и неветшающей валюты ни шагу. Ни в одном океане не утонуло столько, как в стакане водки. И правители рекламируют свою продукцию и ликер водочную. На каждом столбе висят призывы упиться, отравиться. Что, правители не видят это, не знают? Но выкачать деньги из людей и править пьяным быдлом – вот их мечта сбывшаяся. И это только за то, что не заботились иметь в сердце Христа. Ни храма, ни священные воды и лжекрещения. Но Христос нужен людям, а Он отвергнут и забыт.